Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и это Riven, сиквел к Мисту, а попросту говоря, продолжение игры Мист. Итак, друзья, мы с вами в прошлой серии нашли странное местечко. Оно вроде бы как бы и тюрьма, но из этой тюрьмы можно запросто убежать. Поэтому давайте-ка мы продолжим, исследуем эту локацию. Куда мы попали? И куда ведет этот ход? Все дело в том, что я думала, что здесь сидит Катерина, но мне кажется, здесь сидел кто-то. Специально, чтобы указать нам этот путь. Вот здесь можно дернуть за эту штуку. И да, вот целая конструкция. Езжает обратно. То есть хочется предположить, я могу, наверное, предположить, что... Ох, ёлки. Что народ, который сидел-то там, знал об этом ходе. Так, ну нам куда-то вот сюда в темноту и... Блин, ну я попробую продвинуться вперед. Полнейшая темнота. Ага, смотри, куда-то мы вышли. На берег океана, на берег океана. Интересно, здесь приплывала лодка, которая забирала этих бегущих из тюрьмы? Фонарик. Да, звук страшный, конечно. Ну и все, да. То есть здесь ничего, никаких глазиков нету. Ладно, поехали обратно. Что это? А-а-а! Да? Хорошо. Черт возьми. Я опять заблудилась. Но мы двигались здесь в темноте. Смотри, теперь нам видны фонарики, которые мы можем включить. Очевидно, таким образом, я так думаю, что путь к отступлению нам теперь будет, по крайней мере, освещен. Да? Странно. Это что такое? Ой. Так, подожди, откуда это взялось? Я уже совсем заблудилась. Где мы? Окей, пошли посмотрим. Так, мы здесь были? Нет, мы не открывали никакую дверь. Что-то у нас. Ого! Опять какой-то храм. И этот кинжал. Смотреть я его не могу. Так, что у нас тут? У нас тут всяческие камешки. Не-не-не-не-не-не-не-не. Верни обратно. Пока что ничего не нажимаем. А то у нас сейчас тут получится. Так, раз. Ага, смотри, тут изображение разных зверюшек. Слушай. Здесь другие. Это значит, мы должны набрать какую-то комбинацию. А комбинация у нас какая? Так, ну-ка, где-то мой этот самый листочек. Смотри, мы с вами открывали... мы с вами открывали глазики, но у меня глазиков только раз, два, три, четыре.
Так 4, в принципе, и нужно, если я правильно понимаю. То есть по каждой стороне, наверное, нужен один камень. Так. Хорошо, что у нас может быть? Значит, если мы пойдем по порядку. 5, 4, 3, 1. У нас была лягушка, у нас был жук. У нас были вот эти вот пингвина-киты и орала еще рыба. Когда мы нашли глазик в этом... Я так думаю, что он там был такой какой-то звук кита. Так, давайте начнем с... Хотя подожди, наверное, есть смысл в этом... Как его? В порядке. То есть первое, что у нас есть первое? Первого у нас нет, у нас есть второй, и это жук. Это вроде как жук, да? Так, жук, теперь. Третья, лягушка. Где у нас тут лягушка? Лягушка? Да, похоже, что это лягушка. Так, жук-лягушка. А, четвертое – это вот те самые штуки, которые лежали на берегу и квакали. Не уверена, подожди. Нет, это явно не то. Это крокодил, это не то. Это что такое? Ну это какой-то... Тоже ластоногая, но у него вроде как морда другая. И осталась рыба. Вот рыбу мы не знаем. Вернее, там был как кит, что ли. Что-то какой-то такой крик был. Этот? Понятия не имею. Это похоже на ту самую хищную рыбу, которую всех скармливали. Может быть, она? Что у нас тут еще есть рыбного? Вот. А вот, похоже, знаете, на тех рыбок, которые висели на сети, сушились. Летучая рыба, может быть, оно? Мне кажется, все-таки, что должна вот эта вот быть рыба. Очевидно, неправильно. Давай пробовать всех рыб тогда. Я так думала, что в принципе, по идее, нет, тоже, да, не то. На каждой стороне должен быть свой знак. Либо я вообще неправильно думаю. Что вот это такое? Такого мы не видели. Ну, такую видели мы рыбу с вами. Ну, очевидно, тоже не то. А может быть, нам нужно действительно в каком-то определенном порядке набирать? А может быть, я вообще все не так сделала? Ладно. Давайте тогда просто-напросто... Ой,
Блин, а я не могу больше поднять. Ёлки, я не могу больше его поднять. А значит ли это, что это мы правильно набрали? А ну-ка. Да, рыбу я могу поднять. А, или это надо в том же порядке поднимать, в каком мы их опускали. О! Так, подожди, что у нас теперь? Что я? Вот этого я опускала, да? Да, 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 да. Ты смотри-ка, то есть какой-то порядок тут все-таки есть. Ладно, оставим пока это дело. Пока что тут, как говорится, можно только гадать. А, знаете, что мне надо получше пошерстить, наверное, в моих этих записях? Я-то свои записи пересмотрела и выписала номера, и выписала те звуки, которые соответствуют номерам. Но все-таки это, смотрите, это 4 зверя, а, наверное, надо 5. Ведь здесь же везде у нас 5, 5. Они везде хотят, чтобы было 5. Ладно, ходим. Итак, мы остановились, в принципе, с вами, когда путешествовали на батискафе. Давайте пройдем, кстати, сюда, посмотрим, куда это мы тут. Куда это мы тут? Вот, батискаф у нас остался здесь внизу, рядом с этой площадкой для жертвоприношений. А я более чем уверена, что это никакая не танцплощадка, что это все-таки такая вот страшная вещь. Где-то вот здесь вот стоит наш батискаф, по-моему. Надо еще оплыть. Мы можем куда еще? Там, я не помню, были или не были. Здесь. Ага. Как? И куда мы так попадаем? А, на эту дорожку, которую отсюда, в принципе, и уводит. Окей. Тогда пошли обратно в батискаф. А зачем? А, ну этот короткий путь, наверное, типа того, чтобы не пользоваться больше батискафом. Давай, поехали. А я что, не могу спуститься теперь? Да ладно. Печаль, беда. Мы там еще так много всего не изведали. Интересно, могу ли я как-нибудь этот батискаф вызвать опять в какую-нибудь точку исходную, например, чтобы он сам приехал? Да, смотри, нет, спуститься отсюда я не могу. Так, сейчас я еще пощелкаю, потому что это странно как-то, наверное. А, управлять надо снизу. А снизу я больше никак не попаду. Да, печаль. Печаль. А, никак. Странно, ну ладно. Может, как-то вот так вот прямо сразу. Так, ладно, давай, сейчас я попробую тогда действительно с этим батискафом. Может быть, удастся его вызвать как-то.
Там же вроде у нас какие-то кнопки были. Вот это, например, нет. Нет. А там ли он, кстати, о птичках? Может, вот как-то сам приехал? Может, само рассосалось? Вот, смотри-ка, вот эти вот на пирсах, вот эти штуки, которые, к которым привязывают. Так до сих пор не знаю, как они называются. Возможно, вы мне написали, но я пока что еще даже не выкладывала, не начинала выкладывать запись, поскольку, как вы сами понимаете, трудно, трудно отказаться от того, чтобы вот просто... Нельзя так просто бросить ривен и не снимать. Снимаешь его вот так вот без... Без перерыва. Слушай, ну все, да, печаль, беда. Мы не попадем. А где мы еще не были, в принципе, на этом батискафе? То есть сейчас он стоит там. Может быть, возможно, с этого оттуда сверху переключить эту штуку, чтобы спуститься на ней вниз. Вот здесь какой-то ход, мы там, по-моему, не были. Вот, вот эти вот рыбки, да? Ведь они же были там нарисованы. Однозначно они были нарисованы. Ладно. Меня сейчас нисколько рыбки беспокоят. Сколько. Смотри, они повторяются довольно часто. Может, все-таки... Это рыба номер один? Может, там вообще только рыб надо набирать? Ну, это все, как сказать, додумки. А должна быть какая-то четкая, как говорится, теория о том, что там должно быть. Так, и главное, как отсюда выбраться. Эй, где-то тут лестница была. Нет? Вот. Угу. Как-то сюда, наверное, может быть и нет, но все-таки были еще места, в которые, как мне казалось, можно проехать, проплыть, дойти. Вот эта вот очень странная штука посередине, она прям вот так вот и напрашивается. И к ней никак не пройти. Ладно, знаете, что я? Может быть, просто... Что я, вернее, сделаю? Может быть, я просто куда-нибудь не так там щелкаю? А где-то есть возможность вернуться? Потому что, если так, я бы и не полезла сюда, в этот круг, зная заранее. Я бы все объездила, все эти локации внутри, потом бы уже мы сюда полезли. Или надо закрыть эту штуку. И тогда можно опуститься. А, сейчас проверим. Предположим. Нет, все равно нет. Без толку. Наверх я посмотреть не могу. Вот, либо просто, я не знаю, начать с более ранней сохранки и попытаться сюда не залезать, как говорится. Ладно, друзья, увидимся с вами через пару секунд. Так, ну что я вам скажу? На самом деле, как бы все логично. Нельзя сюда вернуться. Почему? Во-первых, потому что для чего мы тогда спускаем тут вот эту вот лестницу? Потому что изначально понятно, что сюда мы не вернемся. И я зашла с более ранней сохранки, посмотрела на батискаф. В принципе, мы открыли все, что можно было. То есть здесь всего у нас причалов. Раз, два,
3, 4 и 5. У нас 5 рычагов, соответственно, 5 причалов. Один причал – это вот сюда, вот на вот эту казнилку, на эту вешалку. Второй причал – это вот туда, вот наверх, где и находятся все эти рычаги для причалов. Оттуда вот мы наблюдали, как тут все у нас устроено. Третий причал – это вот в клуб. В клубе мы с вами были. Четвертый причал – это вот туда, откуда этот батискаф испускался, чтобы на него сесть и отплыть. И пятый причал – это вот на этой вот, как говорится, на этом пятачке, который тоже никуда не ведет. К сожалению, больше никуда, как говорится, этот батискаф не ездит. Я уже не стала делать это на запись, потому что это как бы действительно никому не интересно, но я поездила еще где-то часик, наверное, на нашей подводной лодке. И все. Так что давайте пойдем займемся чем-нибудь еще. И опять же, вот чем полезно, собственно говоря, наше прохождение и чтобы его записывать на видео. На видео я увидела, что когда мы сюда прибегали, и там такое что-то завыло, завращалась эта штука, как я и говорю, это сирена оповещания, здесь заметался какой-то человек. То есть он оповестил всех вокруг, что вот сюда кто-то идет. Очевидно, так. В общем, так что не все, как говорится, так просто. Вот. Я предлагаю съездить, знаете, куда? Съездить, наверное, на... Еще раз на нашу деревообрабатывающую фабрику. Поехали. Теперь уже не страшно, теперь можно съездить. И закончить там. Там у нас было что делать. У нас там были рычажки, которые я не стала дергать. Ну, а почему бы их не подергать? Может быть, они нам что-то прояснят? Вот, потому что еще тут делать, я, честно говоря, пока что не знаю. То есть мы посмотрели это, мы посмотрели то. Надо понять, какие выставлять камни в этом храме. Тогда мы доберемся до этого ритуального кинжала, который тут сплошь да рядом. Но здесь мы тоже не везде были. Смотрите, вон там наверху. Сейчас мы мимо проезжаем какое-то здание. Это все как бы непросто, непросто. Так, сейчас нас как тополена сгрузит туда, в приемник. Оп. Дебынс. Так, все, вылезай. А, подожди, так, так просто. Нельзя так просто взять и вылезти. Это сегодня будет слово дня. Не работает. Но мы видели, почему тут ничего не работает. Потому что надо дать на него, очевидно... Все у нас работает на пару. Вот у нас тут был такой штучек. Был штучек. Вот давай попробуем. Явно вот работает то ли вулкан, то ли еще что-то. Так вот, сюда мы дали, да? Давай посмотрим, что бы это значило. Нет? Где лестница-то? Офигеть. Ну да. И вот там летят опилки. А, теперь мы знаем, куда помещать наших врагов. Ой, вылези. Вылези отсюда, господи. Только сейчас не нажать на рычаг. Боже, боже. Кстати... А будет ли это значить, что game over? Подождите. А вот интересно. Мы сейчас можем поставить под удар всю нашу игру, но давайте-ка я сделаю сохранение.
Седьмое, да, седьмое. Седьмое сохранение на седьмом слоте. Так, продолжим. Зайдем сюда и дернем рычаг. Ну, прощай, странник. А, нет, нельзя. А как же так? А если я хочу самоустраниться? Навязчивая идея. Да, слушай, нельзя. Как гуманно с вашей стороны. Как гуманно с вашей стороны. Ладно, ну для чего-то это есть. Бог его знает. Может быть, нам это еще пригодится. Ладно. Пошли посмотрим, что у нас будет следующий рычажок. Так, а следующий рычажок, очевидно, пойдет на эту же, да? Ну-ка, сейчас мы посмотрим, куда он пойдет. Ну да, вот. На этот огромный-огромный котел. Так, что мы можем сделать с этим котлом? Пойти мы не можем. Так понимаю, это тут у нас термометр, что ли, или что-то такое в этом роде. Так, здесь была куча всяких штучек, только подожди, дергать раньше времени. Давай посмотрим и разберемся. Итак, что у нас тут? У нас тут кипит водичка, понятно. Внизу у нас горел газ. Сейчас мы сюда дали давление. По какой трубе? А, вот по этой. И она у нас идет сюда. Ага. Это что? Это мы выключили газ, если я правильно понимаю. Ну да, по этому. Вода прекратила кипеть, а это что? Непонятно, что это? Ох, елки с палками. Короче, все, что мы накипятили, мы слили. Но анимация нам этого не показала, поэтому... Угу. Не работает. Что у нас тут? А, кнопочки, вот смотри, становится белое. Это идет сюда. Вот это вот так, а это вот так. А-а-а! Наверх посмотри. Это идет к насосу, из которого мы сейчас выкачали воду. А это идет вот к этому рычагу. Так, значит, все понятно. Давай переключим на этот рычаг. И вот теперь он явно у нас задействуется. Блин, сейчас все это взлетит. Нет. Окей. Смотри, как оно там сияет. А я даже не обратила внимания. Раньше оно там так блестело. Это вот эта труба дает. А если я тут сейчас перекрою? Это что такое? Это мы газ включили. Не, подожди, подожди, не надо газ. Там же сейчас будет газовая камера. Даже не газовая камера, там будет очень горячо, я так понимаю, но без воды. А, окей. Так, можем ли мы сейчас зайти? О, господи. Блин. Да, слушай, точно. И вон колбочка-то, обратите внимание, не красненькая. Так. Давай попробуем.
Страшно, аж жуть. Блин. Нас закрыли, да? Я могу выйти обратно? Фу. Фу. Нету ничего хуже, когда ты залез и не можешь дальше выбраться. Тогда паника. Все ясно. Мы можем зайти, мы можем выйти. Это уже легче. Ну давай посмотрим, что у нас тут по центру. Куда это? Котел с двойным дном. Черт. 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 А вот теперь я точно никуда не вылезу. А нет, вылезу. Ну а зачем мы тогда лезли, если мы не собираемся? А в какую сторону? Туда? Нет, туда это наверх. Сюда это куда-то ниже. Опять в темноте. Опять в темноте. У нас сплошные путешествия в темноте. Труба. Хочется спросить, зачем эта труба? Где мы? То есть либо обратно в трубу, либо сюда. И? Мама Люлик, где я? А, как хорошо, смотри, мы прямо выпали из той трубы и даже ничего себе не отшибли, даже ой не сказали. Хорошая игра, это хорошая игра. Так, ну тут я вижу единственное, куда мы можем выдвинуться. Вот там вот эти вот, то ли котики морские, то ли кто-то, короче, орёт. Так очень странно. А, смотри, какая-то птица. Какая-то птица. Мы увидели какую-то... Слушай, надо... Ай, а я не посмотрела. О, смотри. По поводу глазиков-то. Глазиков запрятанных по всему острову. По всему острову запрятаны глазики. Мы нашли с вами... сейчас я еще раз посчитаю. Раз, два, три, четыре. Четыре глазика мы с вами нашли. Надо пять. Здесь я ничего не пропустила. Но они как-то на самом деле не сильно спрятаны. Если присмотреться, то видно. Слышь, как верещит? Птица все-таки. Но примера этого звука у нас нету на глазе. Такого звука у нас нет, не было. Камни, камни. Такое впечатление, что здесь тоже было извержение вулкана. Так, вон желоб, по которому мы съехали. А вот еще что-то. Слушай, вон еще что-то. А вот тут-то мы с вами и не были. Там была, кстати, какая-то фабрика, в которую мы не могли с вами залезть по причине того, что снизу был закрыт проход. Это куда? По-моему, мы обратно вернулись, да? Вон там какое-то здание. Кто орёт-то? Я все хочу уловить, кто орёт. Ну, в смысле, какая животинка? Так, окей. Это обратно мы. Ладно, пошли по этой тропинке. Куда мы попали? Ветер подвывает. О, как там хорошо видать этот купол. Слушай, вот там что-то еще есть. Там мы вообще не были. Какой-то малюсенький островок. Здесь что-то такое огромное.
стеклянная крыша. Ну, давайте перелезем через поручни. А газ, кстати, еще и сюда подавался. И вот тут еще какая-то... Или это как раз главная подача газа сюда? Ну, не газа, а сжатого воздуха. А вот это вот распределитель. Ну, тут смотри, какая труба. А, мы по... Подожди, мы по этой трубе и лезли, да, получается? Ну, да. Ну, да, по этой трубе мы сейчас оттуда и лезли. Каким образом мы забрались так наверх, я не совсем понимаю, но... Но по этой трубе больше некуда. Ладно. Какая-то дорога. О, а это что? А, знаете, что это? Это та самая дорожка, по которой, да? Да-да-да, мы сюда приходили, но не удалось подняться, потому что люк был закрыт. А сейчас мы его открыли. Так, ну раз мы так славненько вылезли, давайте-ка мы поприлазим через все эти трубы. Как же мы так залезли-то вертикально вверх? Удивительно. И я пойду переключу вот этот газ-то. Тут у нас нету никакого глаза. Кто-то где-то шебурашится. Я одержима глазами. Ну и переключим сюда тогда. Куда у нас пойдет эта штука? Вот туда куда-то, да? Угу. Так, и сейчас, поскольку все, мы себе туда открыли путь, туда мы сейчас и залезем. А где... Та застекленная постройка, она где-то здесь осталась. Нам она не видать. Туда, очевидно, идет мостик этот. Там же, да? Какой-то очередной дворец съездов. Ладно, пойдем. Можно, конечно, для оригинальности еще пройти по трубе. А что-то как-то мне не хочется. Куда, интересно... То есть, вот все, что здесь происходило... А, это воду, опять же. То есть, ее сливали почему-то туда. Я представляю, какое грязное это озеро. Пошли. Ну вот, у нас тут двери. Открыты? А, обалдеть. А я уж хотела угадывать, что они закрыты. Но нет. Так, никаких кнопочек. Нет. Это что? А, подожди. Нет. Черт, как отсюда выйти теперь? То есть вы хотите сказать, что эта дверь, и это тоже дверь, и эта дверь? Интересно. Ладно. Давай посмотрим, что у нас тут. Сунь туда палец, сунь. Слушай, а что-то это да значит, раз нам-то это таким крупным планом показывают. Да? Ой. Дай-ка мне на все это посмотреть.
Так, значит, смотри, теоретически, раз нам так показывают, и мы даже типа сюда забрались, мы можем сюда вылезти. Ну, а я, наверное, зря сюда дала газ. Ну-ка, давай-ка мы его выключим. Нет, это было не то. Мы сбросили какую-то бомбу. Нет, отдай. Что это такое? Что за дуршлаг такой? Похоже на капкан, похоже. Ой! Это ж какие ж там звери должны быть? То есть это... Дай, отпусти меня, я посмотрю со стороны. А зачем вентилятор? Без вентилятора капкан не работает. То есть мы туда... А самое противное, что не посмотреть вниз. Мы опускаем этот капкан вниз. Чтоб туда кто-то попался. Что это такое? Чего? Это сюда, что ли? Это типа приманка? Это странно. Это каких-то крыс мы собираемся ловить. Ладно. Давай. А как долго нам ждать? Как быстро поймается крыса? И почему ей нужна... почему ей нужна вентиляция? Подожди. Что это? А, ну вот это вот, вот этот вот газ. Я его называю газ. Сжатый воздух, который сюда подается для того, чтобы поднять эту штуку. Очевидно, от него же... Или не от него же работает вентиляция? Нету вентиляции. Да, слушай, точно по этой трубе можно пролезть. 100%. Вот прям 100%. Она толстая. Но для этого не надо, чтобы работал вентилятор. А как сделать, чтобы он не работал? Подожди. Может, просто это, слезь. А может быть, мы должны кого-то поймать для того, чтобы не работал вентилятор? Засунуть его, предположим, мы его ловим. Засовываю вентилятор, он стопорится. И все, и хорошо. Вентилятор сломан, разлетается на куски, мы туда пролезаем. Не, ну жалко, конечно, крысу. Ну, ради дела-то, что делать? Интересно, она поймалась? Давай посмотрим. А, слушай, так подожди, дурака кусок, я закрыла его, не надо его закрывать, его надо открытым пустить, а я его закрыла, конечно, никто не попадется, пускай вот так вот будет, он должен быть открытым. Вот тоже мне крысолов. И все-таки. О, нет, терпежу ждать. Я не знаю, сколько нужно ждать. Нужно ждать, не нужно. Давай попробуем, сразу вытащим. Может, там море крыс внизу. И они сейчас все прям как прыгнут. О, слышишь? А нет, открыто, никто не съел ничего. Может, им мало? Давай попробуем еще положим. Давай свеженького положим. Слушай, а может наоборот, вентилятор мешает? Может быть, надо выбраться? Не, ну мы явно кого-то должны поймать.
Может быть, вентилятор как раз мешает, и надо сбегать его и выключить. А как его выключить? Он работает как-то вот не от этого. От этого у нас работает только ловушка вот эта вот. Да ведь? Да, вот и все. Вот эта труба. Так, ладно, друзья, я предлагаю здесь, на этом месте, подождать. Не знаю, ждать я буду, наверное, подольше. Ну, там какое-то время должно пройти, чтобы кто-то поймался. Вот, а запись-то я приостановлю. Что записи-то идти? Скажу, кофейку попью. Вот, и подождем, поймается нам какая-нибудь крыса или нет. Увидимся с вами через пару секунд. Итак, друзья, пока я тут пила кофе и ждала, пока сработает ловушка, если она сработает, конечно, мне пришла еще какая мысль в голову. Смотрите, мы с вами в той ритуальной комнате, где камни животных, пробовали сколько? 4, да? Мы пробовали лягушку, этого морского льва, жука и рыбу. А ведь они же действительно любят 5. То есть у них везде 5, 5, 5, число 5. Пятиконечная звезда и так далее. Может быть, нужно какого-то пятого животного? Вот. И не есть ли то самое пятое животное, это вот еще какая-то рыба. То есть мы с вами видели вот эти вот рыбы-летучки. А может быть, надо еще поставить вот эту вот хищную рыбу, которой они поклоняются. То есть сразу две рыбы. Может, просто я там что-то не доделала? Окей, ладно, давайте здесь попробуем. О, закрылся. А ну-ка. Это лягушка. А как же быть с вентилятором? Она убежала. Я ничего не могу сделать, пока идет анимация, пока нам кино показывают. О, не похоже, что лягушку мы засунем сюда. Очевидно, нет, очевидно, нет. Может, как-то надо поймать, сунуть палец туда. Не знаю, что, сунуть книгу туда. Нет. Очевидно, как-то по-другому это надо будет сделать. Лягушку, я так понимаю, нам показали для того, чтобы мы поняли, что был за звук. Но звук и так был как бы понятен. Ну, мало ли, может, никто не слышал, как кричит древесная лягушка. А это была именно она. Угу. Что, ну давай пойдем сюда. О, это куда-то вниз. Подожди. А вот начинается метание. Давай пойдем сюда. Вот это куда-то вбок. Смотри, как интересно. Мы зайдем потом обратно? Ну, зайдем, да, почему нет? Зайдем. И это вот куда у нас идет сжатый воздух. Так, ладно, давай пройдемся сюда. А я вижу. Это был, между прочим, вентилятор. Это был вентилятор, да. Вот идет проводочек, вот он идет. Вот он туда, куда-то, прям наверх и идет. Ну, наверное, к нему. Так, ладно, хорошо, подожди, сейчас. Вентилятор мы выключили. Зачем нам это надо, я, конечно, не знаю. Но мы пришли к какому-то чудному зданию. Ну да, не все коту масленица. Как-то мы не можем ее открыть. Ну не можем. Давай пройдем.
пройдем еще дальше. У нас нету ничего такого нам интересного. Скальных рисунков, окаменелости, скелетов динозавров. Там, кстати, что-то интересное. Ну-ка. Наверное, нет. Ладно. А это куда? Опа-на. То есть это у нас короткий путь. Короткий путь к этому золотому куполу, да? Окей, ну давай пойдем, раз уж пошли. Только как-то это немножко странно. Мы почему-то идем наверх купола. Сейчас, подожди, немножко обратно вернусь. Мне интересно по сторонам посмотреть. Это вот остров с лесом. Лепота. Ладно, пойдем. А. Нифига не наверх. Это просто мосточек такой был. А я-то думала наверх. А кстати, апропо наверх. Подожди, но там же наверху есть какая-то это. Какая-то дырка. Ну не дырка, а щель. Знаете, на что эта щель похожа? Она похожа на. Большие вот эти сферы, которые вращались, они потом, когда останавливались, открывались, и там была книга. А не значит ли это, что наверху этого шара тоже что-то такое ценное спрятано? Ну вот, здесь мы уже были. А плохо, что нельзя посмотреть наверх. А это куда? А, да, мы же сюда не могли попасть, а теперь... Тоже не можем попасть. Пришли мы сейчас оттуда, да? Да, оттуда. Кнопочка. Нажимаешь кнопочку, тебя катапультируют. А. Черт побери, что-то как-то мы ловили лягушек, а теперь попали куда-то совершенно в какие-то другие места. Страшно интересно. А, вот, вот этот маленький островочек, который я говорила, что непонятно, как туда попасть. Да-да, смотрите, там этот же крутящийся шар. Могу я как-то туда попасть? Как-нибудь снизу? Вход есть, но он явно не отсюда. Так, это что? Секундочку. Это, наверное, тот самый храм, который с жуками, да? А ну-ка.
Да, это он. И мы с вами... А, все понятно. Мы с вами открыли ту дверь, которую до сих пор, которая до сих пор была закрыта, да? Да. Все так. Все так. Да. Мы пришли с вами к исходной точке. Ладно, от этой исходной точки мы с вами сейчас будем, знаете, что делать? Возвращаться обратно. Мы себе открыли все ходы, выходы. Теперь мы можем спокойно бегать, куда захотим. Что у нас тут? Что это? Вот. Вот, теперь мы можем перемещаться действительно во все стороны. Свободно и спокойно. Но до сих пор мы не можем попасть туда. А вообще, в принципе, оно возможно, ведь как бы только, наверное, если, опять же, по какой-то из этих труб мы можем туда попасть, да? Исходя из нашего опыта лазения по трубам. Так, здесь мы уже все переключали. Вот, видишь, идет к этому шару, идет где-то наверху. А здесь это только для того, чтобы мосточки, давать пар на эти мостки, которые мы с вами, в принципе, и переключали. Пусть здесь остается все как есть. Ладно. Отправимся туда, где мы выключили вентилятор. Мне кажется, это должно нам что-то дать. А почему мы здесь можем смотреть вниз? Что нам это дает? Оно показывает, что здесь идет труба. То есть, очевидно, лазение по всем этим трубам нам еще предстоит. Окей. Окей. Так, откуда мы пришли? Отсюда? Да. Ну что ж, отправляемся обратно. Ну, прям... Единственное, что давай-ка я на всякий случай. Хотя, подожди, а зачем на всякий случай? А вдруг мы каким-то образом выйдем туда? Не-не-не-не-не, давай опустим. Алло, опусти. Вот, пусть будет опущенным. Ведь оно же не играет роли. Поднято оно или не поднято. Не посмотреть здесь вниз. Ну ладно. Так, отправляемся обратно. Давай, вентилятор. Так, это был ход сюда. Так. Сюда я попасть не могу. Тут надо как-то... Не знаю, может быть, мы тоже с трубы куда... Какой-нибудь с трубы туда упадем. Бог его знает. Вот, точно, смотри, туда ведет труба. А, все дело в трубе. Все дело в трубе. Более того, мы с вами были только вот в одном помещении, а мы еще туда вниз не ходили. А ну-ка, давай пройдем. Уже другой значок.
А есть где-нибудь штука, которая его стопорят? Странно. Или сюда надо смотреть откуда-то из другого помещения. Не знаю, что это за всевидящее око было. Пойдем. Мы это увидели, и хорошо. Да. Вентилятор остановлен. Да, мы действительно лезем в трубу. Мы действительно залезли в трубу. Джбинс. Где мы? Ага. Да-да-да-да-да, мы в этом здании. А вот где были двери-то закрыты. Теперь они открыты. Давай пока закроем. Нас никто не побеспокоил. Я не думаю, что кто-то еще будет лезть в трубу. О! А это что такое? Очень все интересно, друзья. Ну, давайте-ка будем эту... Я не знаю, что это. Лаборатория, наверное, какая-то. Фабрика, экспериментальный завод. Будем его исследовать уже в следующей серии. Потому что все самое интересное надо оставлять на потом. Все, друзья, огромное спасибо всем, кто эту серию посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.